здоровья принять участие в нашем празднике Анатолий Александрович Горшков, первый заместитель директора. Можно сказать, незаменимый помощник по всем вопросам. Тоже поаплодируем. Для вручения памятных подарков приглашается первый генеральный директор «Южуралзолота» Константин Иванович Струков. Зависела, наверное, судьба предприятия. Ну, и от всех от нас, да, но мы сегодня говорим о них, поэтому, ну, это вот инициатива их, да, вот, наверное, вот такая ответственность перед коллективом. Ведь, ну, что там, 120 миллионов по тем временам, если мне не ошибаюсь, миллионов долгов было, да, и вот в этих условиях надо принять должность главного бухгалтера, да, ну, это самоубийство. Вот. Ну, Галина Ильина пошла на это, и вот 15 лет работы, да, доказал, что эти люди не зря рисковали. Поэтому мы с особой признательностью этим людям дарим вот такие награды из чистого золота. Вот, они его служащие, мы можем им дарить. А ведь подумайте, 15 лет.